Итак, друзья, я расскажу вам, как приготовить вкуснейшие кусочки бекона с сухариками. Будет вкусно. Идеально подойдет к любому салату. Нам потребуется бекон хорошего качества с тонкими жировыми прослойками. Нарежьте его соломкой. Поставьте сковороду на небольшой огонь и набросайте в нее бекон. Масло нам не понадобится. Бекон достаточно жирный и не будет пригорать. Перемешайте хорошенько и распределите бекон по всей сковороде. Обжаривайте бекон, постоянно помешивая, пока он не станет золотистым. Добавьте горсть панировочных сухарей, убавьте огонь и обжаривайте до золотистого цвета. Когда будет готово, добавьте его в любое блюдо. Пасту, равиолу, рагу, супы и даже салат из свежих овощей. Вот и все. Просто и очень вкусно. До скорой встречи. МВидео. Нам не все равно.